Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Аня и посуда Faberlic. Снимаю по 16-му каталогу новиночки, которые мне не были доступны в Москве, которые мне не пришли, но сейчас я могу про них вам все подробно рассказать. Итак, значит, какая у нас посуда? Во-первых, что меня подкупило, я заказала всю линейку и буду заказывать на подарки, если она не закончится. Это, конечно же, то, что посуду можно мыть в посудомоечной машине и использовать в микроволновой печи. И гладкая поверхность стеклянной посуды предотвращает проникновение бактерий и посторонних запахов. Я всегда была за стеклянную посуду, она действительно мне всегда очень нравилась. А вообще посуда, покажу вам позже, от компании Faberlic, меня умиляет тем, что она действительно супер-мега качественная, и ее хватает на несколько лет. Даже если тарелки падают, они так сильно не бьются. Но я вам покажу предыдущую посуду, когда мы перейдем с вами на мою кухню, посмотреть, как это все смотрится на столе. А пока, на данный момент, вот хочется вам показать вообще вот это вот качество. Самое первое, это у нас маленький салатник, размер 8,5 на 8,5, такой вот прям хорошенький тютипусечка, как я его прозвала, потому что, ну, это под сметанку, под медик, что-то вот, да, под икорку, что-то вот такое вот. 8,5 на 8,5 и 2,2 в высоту. Я хотела на Яндекс.Маркете заказывать такие себе мензурочки, они у нас частенько уходят в утиль, и вы посмотрите, компания Faberlic выпустила, конечно же, я лучше возьму такую красоту, да еще и у себя, да еще и с 20% скидкой. Артикул у маленького 910-508, и смотрите, как он смотрится, так же вот, как тут в каталоге стоит, да, также я сделала сейчас вот при вас. Очень красиво, конечно, класс. Мне безумно-безумно понравилось это дело. Также они друг в друга очень удобно вставляются, то есть нету там каких-либо неудобств. Единственное, что я заметила, да, вот эти маленькие, они как-то вот слегка потемнее, чем само блюдо. Если вот тут цвет совпадает, то вот это вот, видите, когда оптом заказываешь, оно почему-то немножечко потемнее, но я считаю, что это ерунда. Давайте посмотрим, в чем они приходят, если вы хотите дарить на подарок. Вот с такой вот аннотацией, это из-под маленьких, да, такая вот коробочка аккуратная. Вот такой вот пакетик, чтобы ничего не разбилось. Они лежали в пакетике таким вот образом. Каждая вещь была упакована и сложена в коробочку. Для меня это очень ценно, это очень удобно, потому что когда вы будете дарить что-то куда-то, кому-то чего-то, это очень здорово. Ну, конечно, все коробки можно также и достать, и выкинуть, и разложить в какую-то большую, да, обертку друг на друга, там вот этот набор, он вот тоже очень хорошо смотрится. Ну и так вот в коробочках тоже, как вы видите, неплохой вариант, очень-очень. Следующее блюдо, я думала, оно будет намного больше, нежели у меня сейчас в руках, да, ну, как вы видите, я почему-то подумала, что оно прям вот большое. Это сервировочная тарелка, ну, куда ее можно? Ее можно под хлеб, под селедочку, под какие-то соленья, нарезки, колбасы. Также ее можно комбинировать с мелкими тарелочками, тоже будет очень-очень красиво. Ну, и как самостоятельное блюдо, я считаю, что она очень даже выгодна в дом, потому что, ну, аккуратная, удобная, и как-то вот как раз таки такие тарелки меньше всего места занимают по практике, потому что они вместительные и овальные. Это материал стекло идет, размер 28 на 10,5 на 2,3, артикул 910 507. Тут везде у них идет наклеечка Faberlic Home, также приходит в такой вот упаковочке, он пупырка обязательно. Ой, все. Да, и вот такая вот коробочка с наименованием. У них у всех до единой состав просто стекло идет, и коллекция вся идет пряный апельсин. Давайте же с вами посмотрим среднее блюдце. Мелкое сравнить со средним, конечно, контраст очень большой. Видите, у маленького все-таки стекло, оно идет немножечко потемнее, но не у всех потемнее идет, такая добротная вещица, классная. Мне нравится, мне очень нравится. Подо что это можно? Для ребенка это первое, второе, это можно даже суп, в общем, все что угодно можно. Просто накрывать на стол и просто красиво жить. Не по праздникам, а красиво жить всегда. Все мы с вами знаем, что апельсин и оранжевый цвет, они очень сильно поднимают настроение. Поэтому почему бы нет
Да, почему бы, допустим, ноябрь, декабрь, да, с начала декабря до конца января не пропользоваться такой вот красивой, классной, праздничной посудой, как напоминание о Новом Годе. В общем, шикарно, мне очень понравилось, очень. Значит, это у нас идет салатник средний, скорее всего, размер 15 на 15 на 3,2, артикул 910-505, тоже материал стекло. Это действительно, ребята, для меня лично это украшение, тем более я собиралась посуду заказывать, и вдруг она пришла. Далее идет такая вот тарелка, очень удобная, я считаю, что потому что тут есть такие вот, да, как вам сказать, немножечко такие резкие переходы, когда, чтобы еда там не выпадывала, ничего, то есть это уже и гречка с гуляшом, и что-то красивое можно положить, все кроме супа, я так понимаю. Это у нас идет тарелка под названием «Малая», артикул 910-503, размер 20 на 20 на 2 сантиметра. Ну, очень красиво смотрится, просто вот, не знаю, загляденье. Я даже, понимаете, я даже говорю в полголоса, потому что это, ну, невероятная красота. Я очень расстроилась, что они ко мне не пришли в Москву на обзор, что снимаю там позже всех и так далее, но, слава богу, хотя бы снимаю. Очень красиво, здорово и классно. Каждая тарелочка, вот прям каждая, видите, сколько штук я заказала. Так вот, каждая из этих тарелок упакована в отдельную коробку, что тоже очень удобно и для подарка, и для транспортации, и всего прочего. Далее у нас с вами идет 910-506, это салатник большой, но он и под суп подойдет, и под все, но в принципе и как салатник будет здорово. Очень красивая, конечно, тарелка, я не знаю, у меня прям слов нету, очень красиво. Размер 23 на 23 на 5, артикул 910-506, это такая вот красотишная красота. Тут слегка, ну видите, да, просвечивает. Ну и последняя, это самая-самая большая тарелка. Вот такая вот она, огромная. Да, прямо вообще сюда можно очень много что поместить. Например, если у меня гости приходят, их 15 человек, то прям целый салат сюда можно горкой выложить. Да, и на 15 человек, вот великолепно. Какую-то выпечку сложить горой, топку блинов, да, все, что захочется. Очень красивое блюдо, которое будет дополнять стол. Тем более у меня идеально белый стол, и эта посуда туда абсолютно вписывается, даже без скатерти. Вот вы только представьте. Эта тарелка большая, артикул 910-504, размер 30 на 30, высота 2 и 3 сантиметра, то есть такая вот красоточка. Ну, в нее даже можно положить, допустим, второе блюдо, да, кто любит комбинировать. Вот я на шведском столе всегда люблю брать, да, где-то если отдыхаю, всегда люблю брать большие тарелки. Почему? Потому что сюда я, допустим, положила пару кусочков хлеба, сюда я положила овощи, сюда я положила, да, что-то из мяса, там рыба, мясо, а сюда я положила гарнир. У меня все вот так вот кучками разложено, и могу налить по центру немножко соуса или еще чего-то, и вот таким образом я несу это блюдо, и у меня все по порциям лежит вот так вот, вот очень удобно. Тоже большие тарелки, это классно и в принципе всегда практично. Надо посмотреть, войдут ли они в посудомойку. У меня обычная стандартная посудомойка, не маленькая, поэтому, конечно, должны войти, потому что предыдущие входили. Вот такая вот прям очень красивая красота, мне нравится. Я прям в восторге, честно вам скажу. Далее, коллекции дракона на сайте не было, кроме кружек. Но кружки я тоже уже заказала. А вот, значит, жду банку для хранения из фарфора. Магнит я вам уже показывала. Кружку я вам уже показывала, хотя еще раз могу снять, да, потому что я еще заказала. И чайник, заварочный чайник и стеклянная разделочная доска. Вот я вам показала, а заварочный чайник не придет. То есть вот это я заказала как на подарок еще. К дракону, мамам, папам, сотрудникам своим любимым, дорогим, кто у меня работает и так далее. Давайте же посмотрим пока кружку. Я ее очень мельком показала в Москве. Кто-то пишет, кто-то, по-моему, 2 человека даже у меня в комментариях, ну там больше, по-моему, 11 или сколько тысяч просмотров, но кому-то вот 2 из 11 тысяч эти кружки не понравились. Я считаю, что это очень маленький процент. И Катюшка моя, да, вот как художница, она не состоявшийся художник, потому что пошла учиться на фото-видео преподавателя, творческая у нее деятельность, но она очень хорошо рисует. Она сказала, боже мой, говорит, как красиво это будет моя кружка. Я говорю, Кать, таких, говорю, кружек будет много, не расстраивайся.
Самое классное, что тут тоже подписано, что ее можно использовать в посудомоечной машине и использовать в микроволновой печи. Это говорит о том, что, как обычно, рисунок не смоется. Обычно, вот да, я вам показывала кружки, абсолютно белые, прозрачные, стеклянные. Когда-то на них там был написан там Тунис, Абхазия, еще что-то. Но это все стирается буквально за месяц в посудомойке. Кружки же Faberlic никогда не сотрутся. У меня есть кружки, которым уже по 4 года, и с ними вообще ничего не случилось, да, 3-4 года, и это, конечно, крутяк. Смотрится, да, но на самом деле оформлять можно всяко-разно, но тут суть не в этом. Смотрите, и прихваточки я вам уже снимала, и доска разделочная очень красивая, и фартук такой бомбезный, обалденный, да, рисуночек, все натуральный хлопок, и вафельное полотенце. Единственное, что вот смотрите, я обратила внимание, вот это немножечко, конечно, серия потемнее, чем вот это. Не знаю, как бы с чем это связано, но видно, да, как вы видите, это видно. Но я думаю, что ничего страшного в этом нету. На самом деле, все равно очень красиво и очень симпатично. Ну, кружка тут, конечно, не вписывается, но я все равно ее принесла. Вот такая вот красота. Это у нас первая страница пряного апельсина. И тут вторая. Фартук 910-514 артикул. Стеклянная разделочная доска 910-509 артикул. Набор прихваток 2 штучки сразу. Артикул 910-513. Вафельное кухонное полотенце 910-511. Такие вот артикулы, да, для тех, кто в теме. Такая вот красота. И хочу вам также показать еще вот такую вот стеклянную посуду. Смотрите, вот этой посуде 3 года, вот этой посуде 1,5 года. Посуда 1,5 года, конечно, лучше сохранилась. Тут, как вы видите, прям идеально. То есть мы моем мы это все в посудомойке. Да, семья Кононовых Страней. У нас все в посудомойке моется. Вручную мы мыть не любим. Даже антипригарные кастрюли мы моем в посудомойке, хотя их там мыть и нельзя. Ну и вот этой 4 года. Да, я думаю, кто давно в компании, тот должен знать. Вот она немножечко, чуть-чуть обшаркалась, да, за 4 года, но это не влияет на красоту рисунка. И они еще, знаете, вот сколько бы у меня ни раз не падали, они не бьются практически никогда. Я брала 10 тарелок или 15, по-моему, 15 тарелок я брала. Так вот, мы выкинули, наверное, тарелки 2 всего лишь за 4 года. Они падали. Вы знаете, у меня у дочки, так как диагноз аутизм, была привычка что-то разбивать, если ей что-то не нравится. Так вот, она никак не могла эти тарелки расколотить. Она даже прыгала на ней один раз. На одной из таких тарелок и ничего не случилось. Вот они до такой степени прочные. И я, ну, не могу доказать, но буду надеяться, что эти такие же прочные тарелочки, такие же хорошенькие. Будем надеяться. Ну что ж, переходим дальше к следующим. Продолжим с вами распаковочку коробочек. На самом деле мне пришло много коробок, но я их все затолкала в 3. Ну, во-первых, так как мы в поездку много брали пакетов, они у нас подзакончились, поэтому взяла я по 3 пакетика еще всяких разных. Они у нас биоразлагаемые, с заботой о чистоте окружающей среды. 781-223, такой вот маленький, аккуратный, красивый формат. Дальше вот такие вот огромнейшие пакеты. Они идут, вот смотрите, какие большие, да, уже очень сильно вместимые. Они идут с артикулом 781-227. Затем вот такая красота средней величины. Самые, наверное, ходовые у нас такие аккуратненькие, хорошенькие. Артикул 781-226. Маленькие пакетеныши, как я их называю, все время смеюсь. 781-223. Вот такие вот между зелеными и пакетенышами. Такая золотая серединка, очень красивый цвет. 781-224. Так, эти я уже показывала большие, эти тоже уже все показала. Дальше вот такую красоту я заказала. Скоро новогодние будут гонки. Да, новогодние гонки, новогодние праздники. Поэтому артикул 781-204. Очень хорошие, на самом деле, вместительные пакеты. Давайте их вот раскроем. И сюда войдет очень много чего. Вот, например, если сравнить размер, то очень даже неплохо, да, как раз это у нас идет 380 миллилитров. Вот таких вот 3 штучки взяла, пока назад сложу, такие вот хорошенькие. Такие вот взяла 3 штучки, артикул 708-933. Тоже такие очень большие, вместительные. Сюда можно уже, например, и полотенце, и все положить. Далее вот такие взяла. Классные, прям такие большие, объемные. 781-238. Тут уже войдет действительно много-много чего. Ну, например, плойка от Faberlic, если хотите дарить.
Вот такая вот красота. Видите, прям огромные-огромные. Потом, значит, тут увидите вставочку в Якутске. Я заказала джинсы. Очень даже хорошие, качественные. Они были по распродаже. Поэтому я как-то вот захотела еще одни такие взять. У нас, кстати, такие уже есть. Но они ей уже слегка маловаты. Ребенок растет, развивается. И, конечно же, растет и размер. Сейчас 152, был 146. Артикул 527-798. Я вот поражаюсь просто над нашим ассортиментом. Прям это шикарно строить такой вот бизнес с классным ассортиментом. Качество обалденное. Так, далее. Конечно же, это пятновыводители. Если честно, их я заказала аж по 5 штук. Они у нас очень быстро уходят. Это отбеливатель с артикулом 328 и пятновыводитель с артикулом 327. Классная вещь. То есть белый — это специальный отбеливатель у нас идет, да, а пятновыводитель — это цветные ткани. Очень хорошо работает, просто великолепно. Дальше, смотрите, что еще. Все, я заказывала по 3, по 5 штук, но положила сюда понемножку, поэтому и сократилась количество коробок, в общем-то, да. Во-первых, когда я уезжала, нас не было дома где-то, ну, практически месяц, без нескольких дней, и, конечно же, чистящий крем универсальный закончился, девочки мыли двери, окна, которые у меня тут оставались, да, мои хозяюшки по дому, поэтому все заново заказываю. Чистящий крем «Лимонная свежесть» 302-53, он идет с микрогранулами чистоты, с кремовой текстурой, очень-очень удобный, хороший. Дальше средство для чистки духовок «Киплит», и можно чистить не только духовки и плит, он даже засор устраняет. Идет как от нагара, от жира, для микроволновок, для индукционных плит, для обычных плит, в общем, для кастрюль, в общем, все, что захотите, ими можно замачивать, отмачивать, отмывать, посуда блестит. Артикул 301-19. Дальше у нас пойдет спрей для очищения стекол и зеркал с артикулом 348. Я его тоже 5 штук взяла, им очень удобно не только стекла мыть, а зеркала, душевую кабинку и все такое прочее. Им еще удобно протирать мой белый кухонный гарнитур, можно так выразиться. Он у меня как раз такой, прям белоснежный. Кофе «Добрый день». Увидела его в распродаже, взяла 20 штук. Если он закончится, у меня хотя бы будет плавный моральный переход. Артикул 16-049. Дальше, пена для бритья. Она сейчас в этом каталоге опять-таки идет со скидкой. Викуська занимается 0,5-2,0. И, конечно же, БАДы. БАДы обязательно. Куинзим, Ку-10. Я заказала 10 штук, потому что мамам, папам и так далее. Артикул 158-37. Дальше, значит, D3 плюс К2 тоже пока есть. Тоже взяла 10 штучек. Это просто обязательно лично для меня. 60 капсул. Артикул 158-09. D3 мы пьем без перерыва. Перерывы мы не делаем всей семьей. Далее. Очень счастлива, что опять появился Liver Support. Это поддержка печени. Его не было долгое время. Я очень переживала из-за этого, потому что приходилось брать БАДы на Вальберис. Но сейчас они снова у нас появились. Артикул 158-42. Так, и Kelp. Kelp — это йод. Йод. Артикул 157-55. Очень классная штука. Да. Поднимает настроение у всех. Так, переходим к следующей коробочке. Во-первых, я заказала шампунь-гель для душа мужской, артикул 28-11, но я вам честно скажу, аромат легкая, нежная такая свежесть, невесомая, очень классная морская. Бриз такой, бриз. Чем-то он мне напоминает нашу парфюмерную воду Променад, но Променад чуть-чуть по... может быть, послаще немножко, да? Вот что скажу про этот шампунь-гель для душа. Муж его использует только как гель для душа. Шампунь вообще у него, вот он один выбрал, и никаким другим он мыться не хочет. Я думаю, у мужчин такое бывает. Так, это Куинзим. Так, это у нас D3K2. Вот видите, да, выплывают БАДы. Дальше пятновыводитель кислородный универсальный. Артикул 362. Его мы добавляем при стирке прямо в барабан, если что-то прям мега-вау серьезное случилось, да, с вещью. А с нашей Викусей мега-вау серьезного часто бывает. Но, как вы видите, его я взяла одну штучку. Коралловый кальций тоже я всегда беру по 10, по 15 штук, потому что мы его быстро выпиваем. Нам одного пакетика на 3 дня. Это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды.
воды, артикул 157-30. Дальше влажные дезодорирующие салфетки 24-69. Тоже заказала 15 штук, потому что мы с собой много увезли в поездку. Да? В поездке они очень-очень-очень пригождаются. Это я с превеликим удовольствием выполнила акцию по Faberlic Drive, по начислениям драйвов. Артикул 30-71. Слава богу, могу себе позволить такие вещи. Взяла ровно на 100 баллов вот этих шприцов. С превеликим удовольствием истрачу. Тем более, что дата очень хорошая пришла. Это корректор глубоких морщин, который заполняет и разглаживает глубокие морщины, интенсивно увлажняет кожу, возвращает коже тонус и упругость. Причем, посмотрите, какие они клевые, да, то есть это такие вот шприцы, но ими ничего колоть не нужно. Так, тут крышечка, еще одна штучка, вот тут вот поворачиваю. Значит, вот таким образом у нас с вами идет вот обычно двух таких штучек, еще третья на шею хватает. Он вроде бы с одной стороны уж очень мега маленький, да, этот гиалуроновый шприц, но с другой стороны не очень-то он и маленький. Очень даже ничего. Видите, как он жирный, прямо такой напитывающий. И результат через час уже видно, как морщинки начинают разглаживаться. Если им пользоваться целый месяц, утром, вечером, там, да, без перерыва, то лицо молодеет. Получается, что лицо молодеет. Так, это у нас чек. Сыворотка-корректор. А вот я его взяла 15 штук. Как вы видите, да, сыворотка-корректор. Ну, у меня получился чек такой вот большой. Заказ 8 тысяч всего. Наоборот, то есть, так, ручки по ВИПу. Обязательно я себе все время чего-то 3 заказываю для серебряных ВИПов. Мне нравится писать ручками именно с логотипом Faberlic. Почему-то, не знаю, меня это очень сильно умиляет. Очень красивые ручки, качественные, прям шикарные. Дальше, смотрите, у нас появилась новая новинка. Это у нас масло кедровое с кедровой живицей и сигнальными пептидами. Комплексом Signum 18. Это такой комплексный продукт, который повышает способность организма усваивать из пищи питательные вещества и стимулировать выделительную систему. Вот такая вот. 2 баночки пока или 3. Так, подождите. А, 3, да. 3 баночки я заказала, чтобы сразу попробовать. Ну и давайте откроем. Пептиды в составе продукта способствуют как поддержанию ЖКТ, так и применяются в составе комплексной терапии, когда уже появились нарушения его деятельности. То есть ЖКТ – это желудочно-кишечный тракт. Видите, как туго открывается. Вообще кошмар. Думала, ноготь отвалится. Значит, биологическая активность продукта обусловлена входящими в состав компонентами и их синергетическим воздействием. Область применения идет в качестве дополнительного источника аминокислот. Что-то немножко слиплись, да? Или нет? Показалось. В качестве дополнительного источника, такие вот капсулки, аминокислот, стеринов, флавоноидов, микроэлементов, таких как бор, железо, фосфор, кобальт, марганец, кальций, калий, магний, цинк, селен, йод и медь. И витаминов А, В1, В2, В3, В6, С, Д, Е, В и ПП и витамина F. Также каротиноидов, гликозидов, инулина, протеина и полиненасыщенных жирных кислот. Такая вот красота, я так понимаю, это лечит именно желудочно-кишечный тракт. Ну да, таких еще не было у нас с вами. Также заказала еще гастропротектор баночку. Артикул у него 158-28 гастропротектор. Он идет, ну, для желудка, для всего, для пищеварительной тоже системы, но это для желудка. И вот еще такая вот красота. Это тоже новейшая новинка. Буквально на днях выпущена. Я ее заказывала, она ушла в автозаказ. И я так поняла, что это печень. Это масло кедровой живицы и сигнальный пептид комплексом Signum 19. Комплексный продукт, как пищевая добавка, который улучшает функцию печени. Та была ЖКТ, а это печени. Способствует снижению выраженности возрастных изменений, регулирует метаболические процессы и повышает устойчивость клеток. Божечки ты мой, как же тебя открыть? Он не хочет открываться вообще. Еле-еле открыла. Значит, это пептиды в составе продукта способствуют как поддержанию здоровья печени, так и применяться комплексно, когда уже появились нарушения. Биологическая активность продукта обусловлена входящими в состав компонентами и их синергетическими воздействием. Да? Желтоватые такие капсулки. Ох, сколько я много вывалила. Пить все, что связано с сигнумом, нужно по 2 штуки 2 раза в день. Смотрите, как открывала, да? Аж синяк заработала, походу, на пальце на большом.
Область применения – это поддержание целостности мембран, гомеостаза и работы печеночных клеток, активизация процессов восстановления поврежденных гепатоцитов и повышение устойчивости печени к патологическим воздействиям. Ну, это, наверное, тем, кто любит всякую пакость кушать. Например, принимать алкоголь, кушать картофель фри. Вот это все. В том числе токсическим метаболитам лекарственных средств. Усиление детоксикационной функции печени путем повышения активности ферментных систем восстановления и поддержания в норме синтеза, выделения и транспорта желчи. То есть вот такая вот красота. Да, то, ну да, печень наша, желчь. Ну, надо будет, я думаю, пропить. После отпуска, мне кажется, всем надо. Потому что столько жира, столько пакостей, и все это лежит, и все это хочется. Господи, боже мой. В общем, такая вот фигня у нас с отпуском произошла. Дальше. Для серебряных VIP-консультантов флешки с логотипом Faberlic. Артикул 604-445. Я их дарю на мероприятиях. Вещь нужная, важная, полезная. Так, женская формула Signum 17. Вот, кстати, я ее принимала, когда у меня было так классно. Но когда я ее перестала принимать, месяца 3-4 прошло, и у меня вот снова, как до этой женской формулы, начались безумно сильные болевые, просто вот критические дни. И вот сейчас я вам точно могу сказать, что оно действительно работает, и работает здорово. Я пропила месяц по 2 штуки 2 раза в день, а потом оставила просто по 2 в день до ужина, за 40 минут до ужина пила, и прям вообще шикарно. 158-31, и чувствовала себя хорошо, и все великолепно было. А потом что-то перестала пить. Первый месяц нормально, второй месяц так уже не особо, а третий месяц опять начали сильные, очень сильные боли при критических днях, причем это дело происходило по 8 дней. Слушайте, ну любой отпуск испортит, я вам скажу, если честно, между нами говоря. Поэтому сейчас я точно знаю, как она хорошо работает. Здоровье там, где мы его не замечаем. Вот самое главное. Мыло для кухни, устраняющее запахи, еще зеленый чай. Очень нравится запах, 302-12. Ну и запахи, конечно, он убирает. Так, дальше. Мультивитаминный комплекс мужской тоже впервые у меня на канале с артикулом 158-49. Это русский перевыпуск. Liver Support, я уже вам говорила про поддержку печени. Дальше вся вот эта вот красота, которую я недавно в Эмиратах для вас снимала. Это у меня уже заказали. Я, к сожалению, открыть это все не могу. Вот это детский блеск для губ 40-840. Это значит у нас детский тинт для губ. Очень, кстати, хорошо проявляется. Я сама им с удовольствием пользуюсь. 40-840. Это значит очень классные блески, прямо сильный-сильный такой блеск после них бывает. Артикул у розового 41-137 и 41-136 у такого вот голубоватого. Это просто невероятный взрыв блеска, мне очень понравилось. У меня девочки посмотрели обзор и мне тут же написали, я тут же заказала. Далее такие вот прозрачные бальзамы для губ, ну они обычные, но они не жирные и очень хорошо питают. Мне они безумно-безумно-безумно понравились, просто супер-мега-класс. У голубого прозрачного 41-180, у розового 41-181. То есть это вот новинки этого каталога, и как раз вот у меня их сразу сказали: Аня, давай мне все, я хочу все новинки. Я говорю, ну что ж, хорошо, закажу. Далее, вот такая красотища, как вы видите, ну мне столько палет не нужно, да, понятно, что это у меня заказали. Одну я приоткрою для вас, артикул 559-80, приоткрою, но открывать не буду, я просто достану из коробочки, напомнить, какая же это красота. Тут есть и глиттерные, и шиммерные, и матовые, и такие атласные, очень красивые тени. Я думаю, вы помните мой недавнешний обзор. Очень красивый получился макияж, такой классный. Правда, у меня там глаза разные, но зато я показала два разных макияжа. Какой хотите, выбирайте. В общем, и на подарок, и просто себе любимой. Ну вот просто сказали: Аня, мне две. Ну, пожалуйста, заказ выполнен, пожалуйста, две. Никак не могу уговорить зарегистрироваться эту дамочку, потому что... Ну вот честно сказать, я и говорила сколько раз, бери ты каждый каталог сама себе на 50 баллов, будет у тебя 26% скидки, и все будет здорово. Тем более она живет в Кирове, тем более у нас в Кирове есть ПВ, который на дом все заказы возит от 50 баллов. Ну почему нет? Также это у меня заказали, это черный каял. Очень красивый, симпатичный. Они супер-мега стойкие, они не размазываются. Черный у нас идет с артикулом 57-65 и второй с артикулом 67-74. Тоже такой вот блестящий, очень красивый красавчик. Действительно очень классные каялы. Так, дальше еще один шампунь-гель для душа с артикулом 28-11.
А, так это тот же самый аромат, походу. Еще по ВИПу я заказала пару таких вот коктейлей. У нас коктейли вообще закончились. Артикул 156-54. Неохота готовить, кушать, бац, коктейли, ты сыт. И причем еще и коллагена попил, и белка получил. Далее еще вот такие вот штаны у нас с вами по распродаже получились. Тоже шикарные просто штаны. Тут увидите вставочку. Артикул 861-688. Мягкие, классные, стираются, не крошатся. В общем, очень-очень симпатичные. Ну и блеск для губ у меня тоже заказали. Я не могу его открыть. Но тут вы, как обычно, его увидите. Артикул 40-999. Буквально на днях его вот снимала. Вот такую вот красоту. Ми-ми-ми. Да, он детский, но пользуюсь им я. Очень мне понравился. Хотя у меня есть другие бальзамы, но я не могу. Это так красиво. Я не хочу взрослыми пользоваться. Я хочу детскими пользоваться. Так, нейропротектор. Очень важная и нужная вещь. Артикул 158-29. Конечно же, омега-3 наша. Я ее взяла 10 банок. Не смотрите, что тут одна. Артикул 157-79. Так, селениум 158-06. Очень счастлива, что теперь селениум есть у нас. Селен нужно покушать каждому на постоянной основе, без перерывов, по 2 штучки в день. Это минимальная порция. Мой врач посчитала дозировку. Вот тут, пожалуйста, дозировочка. И она сказала кушать нам по 4 с мужем, а ребенку вот можно давать 2. То есть вот она так сказала, поэтому мы так делаем, поэтому он у нас улетает теперь. Очень-очень быстро улетучивается. Так. Это значит у меня чек, тут кислородная пена, как вы видите, и так далее, на 62 тысячи рублей. Тут и салатники, и тарелки, да, то, что все вот я как раз сняла. Туалетная вода Ума Феличе, парфюмы различные. Ну, чеков много, я назаказывала сейчас, заказов просто много. Так, это у меня воды на подарки, как обычно иду. Значит, Валентин Юдашкин by Rose, это 30-85 артикул, очень классная вода, вкусная такая, нежная, легкая, приятная, но весьма стойкая. Каори, такая, знаете, вроде бы легкая, воздушная, но она очень долго пахнет, она мега стойкая и начинает иногда даже раздражать. Не хочется, чтобы она столько долго была. Нежный такой легкий, сладкий аромат, но какой-то вот не до такой степени, я бы сказала, нежный, но не тяжелый, но какой-то вот лично мне в нос попадет, и я вот долго его чувствую. Артикул 30-18, хотя она мне время от времени нравится, да, стоит в прихожей. Так, Элисарчик, маленькая версия, с собой я брала в этот раз от BSC водичку на отдых. Вот сейчас хочу Элисарчик взять. 33-69, тоже нежная, легкая, классная вода, но я от нее, честно вам скажу, подустала. Я ей брызгалась чуть ли не 2 года, а потом сказала, нет, я больше не хочу. Но может, конечно, и не 2 года, но вот у меня сейчас стоит пол флакона полноценной версии, 1-2 месяца я уже и не пользуюсь, то есть набрызгалась, хотя очень она мне нравилась. Вот эту парфюмерку я полностью шлепала на себя мини-версию. Артикул 62-10, Москва, Дубай. То есть за месяц у меня ушла полностью флакон мини-версии. Плюс я еще купила духи в Эмиратах. Еще эмиратские духи купила. Вот так-то вот. Так, парфюмерка Дон Леон мужская. Честно сказать, не помню аромат, но так как на подарок. Ой, она такая, по-моему, сладковато-тяжеловатая, если я не ошибаюсь. То есть она такая для взрослых мужчин. Ланселот, это такая тяжеловатая, сладковато-свежая, очень приятная, я от нее кайфую. Артикул 32-46 очень-очень мне нравится. А это у нас Ума Феличе, это тоже мужская. 32-28, это цитрус-цитрус. Очень приятная, нежная, легкая, классная такая вода, но мужская, нравится, прям очень нравится. Так, пена для бритья, это, наверное, традиция, да, по 2 пены для бритья в каждой коробке. Так, дезодоранты моего мужа, эффект до 3 дней, антиперспирант, артикул 26-79, очень-очень ему нравится. И давайте уже последнюю коробочку отснимем, у меня уж очень много обзоров приходит, поэтому я уже переживаю, что я вам с обзорами надоела, вы хоть мне напишите, вы до конца-то досматриваете, я не зря тут вот живу 2 часа времени. Так, биогель для туалета, хвойный натуральный микс, но если честно, не совсем натуральный, он с такой кислинкой идет, но меня это не смущает, 108-98 артикул, это теперь мой фаворит, никогда бы не думала, когда-то он пришел в новинки, я попшикала им, ну вроде ничего вкусненькое, и поставила на пол, и вообще забыла на него чуть не на год, потом мы начали прибираться, я смотрю, освежитель, да еще и нейтрализатор запахов, да еще и аромат лаванды, прям все, что мне нужно, и я его поставила рядом с балконом, у нас там окошечки туалетик стоит, понятно, что мы его убираем, но все равно освежитель пригождается, особенно на кухне. Плюс это эффективное очищение воздуха, плюс он не канцерогенный там какой-то, а он на водяной основе идет. Дом без запаха животных, но у нас Алиска, она вообще девочка не вонючка, очень чистоплотная.
и аромат полезный для питомца. Вот это меня очень сильно подкупило. Я думаю, почему он мне так нравится. Очень мне понравился, почему я его раньше как-то вот забыла про него, что он вообще есть. Обалденная штука, просто обалденная. 308-01. Ну и, в принципе, поставить в туалет. Все мы с вами животные в какой-то мере, да? Все мы с вами как животные и рожаем, и в туалет ходим, и живем, и едим, поэтому нам он тоже в туалете может и пригодиться, да, в санузле. Так, универсальное антибактериальное средство. Тоже заказала штучек 20 в робот-пылесос. 301-36 артикул. Дальше концентрированный гель для стирки цветного белья. Тоже немало, кстати, взяла штук. 308-42. Постоянно вот он у меня как-то вот заканчивается все время им. Потому что я много, наверное, постельного цветного белья в Якутске взяла. Так, порошки пошли. Концентрированный стиральный порошок. 323 пару штучек. Потом для цветного. Это у меня, наверное, скидки вот эти вот 321. В принципе, я вот, честно сказать, по качеству разницы не вижу. Кому нравится гель, кому нравится порошок. И гель можно пролить, и порошок просыпать, поэтому, мне кажется, вообще без разницы. Дальше, конечно же, 10 штук обязательно. Это салфетки-ловушки. Не знаю, очень много людей, ну как много, человека уже 3, наверное, на ютубе, мне вот с того момента, как они выпустились, уже, наверное, полгода-то прошло, пишут, что у них оно попадает куда-то там, что-то там застревает в машине из-за этого. У меня ни разу, у меня 2 машины, они абсолютно разные, и у меня ни в одну машину ничего не попало. Ну, конечно, у меня очень дорогие машины, может, там какая-то защита стоит, но машины, правда, дорогие, они стоят больше 200 тысяч, одна машина, и понятно, может быть, просто вот потому что поэтому. Но у меня ничего никуда не попадает, и мне очень выручают эти салфетки-ловушки. Артикул 308-44. Но, в принципе, 3-4 человека, пожалуйста, это, по идее, не так уж и много. Согласны, сколько просмотров было, и всего лишь 3-4 человека. Новая версия дезодоранта для обуви. Он был намного больше, намного длиннее, а сейчас вот он такой вот маленький стал. Я, конечно, очень удивилась. Ну, ладно. Артикул 115-61. Ну, просто знала бы, взяла бы 2. В прошлом году он был длиннее и уже, вроде бы, как он такой был. Литраж вот не помню, уже все израсходовала, уже все пустышки отсняла, уже надо искать, сейчас я искать не стала. Так, биопятновыводитель Хонгном Гринли, пару баночек обязательно, 119.84, он отличается тем, что он идет для и белого, и для цветного. Также, значит, мало того, что он биопятновыводитель универсальный для белоцветного, он еще идет для жесткой воды, Хонгном Гринли называется. Так, маски, это, как вы узнали, наверное, да, что это были маски по распродаже, я обязательно взяла, потому что Катюша очень любит маски Ботаника 12.71, и ей, честно сказать, вот такой маски раза на 2, потому что, ну, блин, волосы у нее очень длинные, и раза на 2. Так, и питание и укрепление 12.61. Вот такая красота, значит. Далее не смогла удержаться, с аквактическим ароматом еще заказала биоосвежитель для воздуха. Очень-очень-очень люблю. Артикул 109.01. Нежный такой, легкий аромат, причем он идет как успокоительное. Так, гель для умывания дочурки старшей 0.589, антиакне для жирной кожи. Так, это у нас идут мультивитамины уже на русский лад, то есть они уже появились. Артикул 158-34, это мультивитаминный и минеральный комплекс для женщин, именно Форте. Отлично просто, как вы видите, опять распродажа. Пару бальзамчиков взяла, 0,1,96 бальзамы, густые, клевые, классные, с ароматом морожки, очень вкусные, прямо очень мега вкусные. Очень много взяла кондиционеров, умягчителей для детского белья, что-то Вика начала уплывать, не знаю. Артикул 305-16, 500 миллилитров. Очень хорошо работают они. Они такие вот беленькие, светленькие, да, как вы видите. Их практически не видно, но они не просвечивают. Жидковатые, конечно, но очень удобно в машину. Дальше пакеты, да, это мужчинам подарочки. Мужчинам маленькие пакетеныши. 780-934. Мало ли что-то им подарить, да, знак внимания. Далее вот такие пакетеныши, да, ну поняли, да, я к праздникам готовлюсь. 780-935, полтора месяца до Нового года. Артикул 780-936, вот такие вот. Звездатые, красивенькие, хорошенькие. Так, дальше. Парфюмерка Каори Бамбук. 100 лет ее не покупала, тут увидела, нажала. Вот знаете, чисто нажала, потому что она мне очень нравится. Спокойная такая зеленая вода. 30-55. Вот ничего в ней нет особенного, просто такой зеленый, очень приятный аромат. Увидела по распродаже вот эту штуку и заказала не из-за того, что подешевле, да, не из-за того, что он был, а из-за того, что испугалась, что он может закончиться. Сейчас останавливающая сыворотка для всех типов волос, потому что распродажа называется
остатки сладкие на втором шаге, только для зарегистрированных консультантов. И, конечно, я так немножечко напряглась, думаю, а вдруг закончится 77-34. Очень нравится. Это восстанавливающая сыворотка для всех типов волос. Она интенсивно восстанавливает волосы по всей длине, проникает глубоко в их структуру, возвращает блеск, эластичность. Волосики такие рассыпчатые, клевые, классные. Главное, ее не переборщить. То я думаю, что что угодно сделать, слишком много, и получится ерунда в итоге. Это маска, которая вроде бы как не допитывает, но все-таки качество волос у нее лучше. Поэтому я пару штучек еще взяла. Тоже остатки сладкие увидела. 77-26. Маска, восстанавливающая для всех типов волос. Вот, скорее всего... Поэтому мне кажется, что она не допитывает. Так, омега-3 Форте. Это у нас питательный бальзам для всех типов волос Сакура. Тоже очень нравится. Классный такой. Это Катюшка его очень любит. Она любит все, что связано с аниме. Поэтому Сакуру она прям обожает. Променад, кстати, вот этот вот морской бриз. Очень нежная, классная вода. Частенько ее заказываю. Далее ошиблась. Заказала эластичные шелковистые колготки какого-то коричневого цвета. Я такой цвет вообще не люблю. Но посмотрим, может, кому-то подарю, отдам. Кто-то, может, и будет носить. Я вот честно не буду. По-моему, колготки возврату не подлежат, но мне не нравятся эти колготки. Я не знаю, как я их заказала. Может, пересорт был. Не знаю. Плотность 20 ден, артикул 810. 800-10-0. Я знаю, что эти колготки, они износостойкие, они очень качественные, их надолго хватает. Я брала черные, потому что посмотрела, черных у меня одна штука, я думаю, да, еще одну возьму. Не знаю, почему взяла коричневую, честно, я коричневую вообще не ношу. Впервые в моем обзоре, потому что его не было в новинках, вот такой вот клевый, классный детский лачок. Вику я уже покрасила ноготочки ей, но она это все сходила благополучно, смыла, не поняв, что мама с ума, что ли, сошла. Да, ну, ребятки особенные, да, детки, они не понимают еще того, что родители им тут делают. Зачем она ей ногти другим цветом сделала? У меня нормальные ногти. Ребенок натуральный. Да, то есть, ну, такой очень нежный, клевый, классный полупрозрачный оттенок, который легко снимается или водой, или пленочка легко смывается. С любой тряпочкой можно снять сухой, не обязательно даже намачивать. Далее моя любимая тушь. Next Level, артикул 553-78, очень-очень нравится, честно вам скажу, прям от нее без ума. Пятновыводитель, тоже 10 штук брала, 301-51, и еще второй, да, по распродаже, Катюшке взяла 77-24, питательный бальзам для всех типов волос. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн, до встречи с вами в новых видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно.